Ой, неловкий момент. Однажды я был далеко за городом, наелся арбузов и очень захотел ссать. Классика. А рядом была только станция электричек. И я решил отлить прямо возле нее. Но как только я начал делать свое дело, к станции начал подъезжать поезд. Остановиться я уже не мог, поэтому встретил людей, выходящих из электрички, с расстегнутой ширинкой и фразой «Я не мог иначе». Как-то сдавал спермограмму, попал в баночку для анализа. Пошел в городскую поликлинику, вместо уютной комнаты с интересными журналами. Меня отвели в туалет на 5-й этаж. Окей. Я не расстроился. Достал телефон, открыл нужный слайд, сами понимаете. Дошел к окну, положил телефон на подоконник и приступил. В какой-то момент я поднимаю голову и понимаю, что все это время на меня смотрел голубь. В его глазах я прочитал. Эй, парень, перестань дергать эту штуку. Перед голубем это вечно. Лет 13 я ел мамин борщ, а она мне что-то выговаривала по учебе. Я решил показать характер, ударить по столу в знак несогласия. Но я немного промахнулся, задел кулаком краешек тарелки, после чего она подлетела, упала и разбилась. А весь борщ был на мне и на полу. Я все это, естественно, отдувал. Такой себе бунт. Это неловкие моменты трех парней, которые брали у меня интервью. Собственно, само интервью выйдет на этой неделе, в четверг или пятницу. Ссылочку оставлю в инстаграме.